В торжественном открытии нового офиса врача общей практики принял участие и глава города Анатолий Пахомов. Я, конечно, благодарен всем строителям, которые принимали участие и построили это. Я благодарен заказчику, а именно департаменту строительства администрации города. Я благодарен здравоохранению, которое у нас работает. Но этот праздник вообще-то жителей. Офис врача общей практики – это практически мини-поликлиника, потому что в офисе врача много помещений. И помещения эти разнообразные по своему функционалу для того, чтобы обеспечить все необходимые нужды в медицинском плане. Это и приемный кабинет, и процедурный кабинет, и кабинет приема, причем несколько кабинетов приема. Всего 8 кабинетов. Местное население сможет обратиться к врачам не только за консультацией, но и получать процедуры, назначенные лечащим врачом. Основная задача – это максимально приблизить медицинскую помощь первую, в объеме первой врачебной к населению Краевско-Армянска. Нагрузка будет такая же, как и в поликлинике на участкового терапевта. То есть порядка 15-20 человек в день, да, в рабочий день. Ну и порядка 10-12 детей. То есть детей здесь также будут принимать. Раньше местным приходилось обращаться в Мацестинскую поликлинику, а это удаленность в 13 километров. Чтобы добраться до врачей, приходилось ездить с пересадкой на двух автобусах. Открытие вот этого центра медицинского очень поможет местным жителям с вопросом проезда. А также дети наши болеют и близко приходим, неудобств не будет. Здание было построено на средства целевой программы Министерства здравоохранения края с привлечением средств администрации города и края. В Сочи это уже второй ВОП, построенный в рамках краевой программы. В данный момент идет сооружение третьего в селе Измайловское. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.